Всем привет, мои хорошие, мои любимые. Вообще снимаю редко, но ничего страшного. Макс там надел эту футболку Миллениума. Андрей за рулем, я на пассажирском сегодня. И мы такие все хорошие едем. Куда мы едем? Ну пусть это будет интрига. Да нет, мы едем в этот... Спартак. Мы сегодня не танцуем. У нас наш клуб танцует, другие категории, просто нашей категории там нет. И мы едем поддержать нашего тренера. Он сегодня танцует. Максим, как это называется категория? Броем. Первый раз, да, по-моему, такой у нас в Белгороде будет броем. У нашего тренера есть партнерша. Он готовился, они готовились на протяжении такого времени, короткого, скажем так, даже. И спустя сколько-то лет, он уже не танцевал, да, Максим? Он вот сегодня танцует, и мы едем поддержать. Настя там с Дашей нарисовали какой-то плакат, я не знаю, что... просто буковку М, по-моему, какой-то. Максим надел эту футболку, в общем, будем кричать. Надо было взять погремушку, Максим. А у тебя есть? Да. Да? Можно было у Каролины взять погремушку. Ага. Вот. Ну, или какую-нибудь вот эту вот свистелку. У нас нет. Может, где-то можно купить? Да не, уже это где-то в детские заезжать в магазин, даже по пути тут нет. Свисток. Вот, будем... Барабан еще на шею надо. Будем поддерживать. Ты умеешь свистеть? Не буду я свистеть, что дурак. А, вырежет. Погодка у нас сегодня такая пасмурная, дождь. Но вроде тепло. И всю неделю обещают это... почти до 30 градусов, но грозы должны пройти у нас. Ну, в общем, тепло. После грозы там 26 стоит, 27 градусов. Вот. Вот так вот я надета сегодня. Надела свою такую этот кардиганчик с голыми коленками в кроссовках. В общем, все нормально. Мы сейчас проезжаем. Центр, площадь, звездочки стоят. Они, наверное, вечером светятся, да, подсветкой. Вся наша группа поддержки. Настя, Максим, Даша. Там тоже все наши практически. Тут где-то должен быть Александр Сергеевич. А вот я увидела, там разминается. Сейчас пока разминка. Где-то там.
Итак, первое место. Участники, пара под номером
день рождения.